поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда. Выйдем на пенсию. Не криви морду, Риан. Хватит с меня подземелья и драконов. Пойдем, как видишь. Силы у моего папы тоже всегда его лошадь. Крайне сходился. Разве что в башку и за сумок цепляться будешь. Хойны, не хойны. Все умрут. А в шахте ведь как на войне. Там пизданет. Лишил девственности Белоснежку. Краснолюды. Гляньте на него. На тот коридор. Выглядишь как другие тхойны. За эти амулеты мало того, что морду набили, так еще и в тюрьму бросили. Ха.
спит. Свиньи всю ночь визжат, как резаные. Знаешь, что это значит? Что хотят? Приветствую! Покажи свои товары. Бывай. Откуда у этой безумной деньги, чтобы стаю котов прокормить? О, милочка, ты, наверное, удивишься. Наша-то котяра когда-то отобрала в банде, что эльфи гробницы расхищала. Должно быть, у нее чьи-то сокровища по углам распихала. Нечего языком трепать. Thank you.
вашим услугам. Мое почтение. И какой из этих мечей на людей? Да вы одурели. Это самая прекрасная тёлочка к северу от Понтера. Тёлочка? Да у неё вымя до земли висит. Вымя до земли? Это у вашей уважаемой супруги. Что ты сказал? Я требую удовлетворения. Немедленно. А за этим я вас тоже прошу к супруге обратиться. А вот кому, тёлочку, кому? Хороший день для торговых дел. Эй, ты чё? Вот собачья доля. Космы у тебя белые, как у сына мельника. Сейчас черные возьмутся за этих пиратов. Смотри. Со
способнее развернуться. Девок не было. Война. Вот люди не тратят денег на новые наряды. Глуп. Война или нет? Янты, что ли? За порядочную работу не возьмется, а все крутится, как вонь в парках. Пристав мужик строгий, так что в корчме не безобразничай. Космы у тебя белые, как у сына мельника. Все у меня сегодня из рук валится. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть как вторая кожа. Thank you.
Я хочу сыграть в карты. Зимородки-то так кормят, что потом два дня можно с этим ходить. Вроде чучело, а женщины за ним глазами так и водят. Лучший развал во всем Новиграде. Попрошу не толкаться, всем хватит. Я не толкаюсь. И очень хорошо. Культура поведения превыше всего. Ну, посмотрим. Не желаешь сыграть в Гвинт?
Приветствую! Что желает ваша милость? Может, башмачки? От разных пар, правда, но размер один. Ну ладно, показывай, что у тебя там есть. Чего у меня там только нет? У меня каждый что-нибудь отыщет. И дешево. Давай лучше сыграем в карты, мне больше ничего и не нужно. Thank you.
Что надо делать? Все в порядке. Бледный ты, такая как смерть. Бледная морда была. Смотри, смотри. Когда-то давно я тоже поверил. Берегись, они хуже разбойников. Я пытался себе руку отрубить. Приветствую. Что дашь в залог и сколько нужно взаймы? А с чего ты взял, что мне нужно взаймы? Так ведь каждому нужно. А тебе-то точно деньги, ляжку не жгут. Да я пока не жалуюсь. Тогда, может, посмотришь мои диковинки на продажу? Ростовщиком давно работаешь? Еще бы! Начинал вот таким мальчонкой. Помогал отцу и принял после него контор. Нет, отец принес меня сюда. Оставил под заклад. Да так и не забрал. Покажи, что у тебя есть на продажу. Не хочешь сыграть партию в гвинт? Thank you.
как ты его нашел? Добро пожаловать! Нахер выбрали задешево! Ты меня подстрижешь? Ну, если руки не слишком трясутся. Я хотел другую стрижку. Что значит другую? Я тебя постриг, постриг ровнёшенько, ровно как в линейке. Я хотел другую стрижку. А я хотел стать старейшиной в Махакаме. Ну вот, пожалуйста, стригу и брею всяких оборванцев. Жизнь штука тяжелая. Бери, что даю. Вольный клиент всегда возвращается, а? Ты меня подстрижешь? Ну, если руки не слишком трясутся. Бывай. Ты артист? Мечеглотатель? Нет, ведьмак. Да? Про таких даже не слышала. Чем сегодня кормите? Я бы не отказался от партии в гвинт.
должно быть, ни одной голову вскружил, красавчик. Эх, ведьма. У тебя же и от страха такой блин. Ох, люди, люди. Тяжкий день сегодня выдался. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Ты знаешь, что будет. Верших надо сжигать. Это мой пережиток язычества. Может и так. Нужно несколько ингредиентов для эликсиров. Это какая-то ошибка. Я не чародей. Нет, нет. Я аптекарь. Да. Я готов поклясться, что видел тебя в Локмуине. Может, это был мой брат-близнец? Перестань. Для вечного огня я такой же изгой, как и ты. Я тебя не выдам. Чего ты хочешь? У тебя есть что-нибудь интересное на продажу? Кое-что имеется. Только как ты здесь очутился? Если бы я искал укрытие, в жизни не подумал бы о крематории. Я попал сюда случайно. После совета Капитула в Локмуине. Что случилось? Я внес резолюцию об осуждении Родовида. Ну, Кардуин вызвал стражу. Меня били. Долго. Сильно. Когда решили, что я умер, отправили сюда. Печь уже была открыта. Я почувствовал жар и начал кричать. Я хочу сыграть в карты.
Марков. Вот, никакой счастье. Красавица. А что надо делать? Прошу, прошу. Что у тебя там? Будь здоров. Люди, пожалейте. Страдаю от бедности. Мое почтение. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Возвращайся в застенье. Эй, привет! Мое почтение! Прошу, прошу! Кого я вижу? Сам Белый Волк посетил мои скромные чертоги. Чем могу служить? Как идут дела? О, вам правда интересно? Других вопросов в голову не приходит? Это все равно, что спрашивать рыбака о клеве или старую бабку, как здоровье. Дела идут. На войне можно заработать, если знать как. Еще прежде, чем Нильфгард перешел Понтер, я подписал контракт на доставку древесины и железа из Ковера на гарантированных условиях, так что получил на этом семикратную прибыль. Неплохо. Так только кажется. Если вычесть подушный налог на нелюдей, церковные подати, военный налог и текущие расходы, то остается мелочь. С дюжины сундуков, не более. Мне нужны деньги, я хотел бы получить заем. Конечно, сейчас уладим детали. Все так просто? Госпожа Йеннифер из Венгерберга уже давно записана вашим поручителем на случай таких обстоятельств. Кроме того, у нас проверенные способы взыскивать долги. Могу служить. Я хотел бы вернуть деньги. Замечательно. Ваша кредитная история значительно улучшилась. У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Почтение. Чем могу служить? Ты играешь в гвинт? Вы так решили, потому что я краснолюд? Может, вы еще считаете, будто я знаю всех краснолюдов, а после работы пробиваю шурфы в подвале? Так играешь или нет? Да, играю.
Так давай играть. Может, на уникальную карту? Почему нет?
вам бы пока выбирать игроков послабее. А как подучитесь, возвращайтесь на реванш. Чем могу служить? Ты все еще хочешь меня? Если только вы еще хотите проиграть. Так давай игра. Вам бы пока... Чем... Если... Если... Тогда... Почему?
Вам бы пока выбирать игроков послабее. А как подучитесь? Чем? Если только... Тогда... Чем могу служить? Если... Есть. Тогда... Почему? Thank you.
не припомню, когда так позорно проигрывал. Карта ваша. Ты сделал все возможное. У кого еще могут быть интересные карты? Есть, к примеру, маркиза Сиренити. Она об этом не распространяется, но у нее одна из лучших колод в городе. И играет она превосходно. Я знаю, о чем говорю.